Кашопин. И мы в Гамбурге! Егор, а ты знаешь, что тут мостов больше, чем Венеции? Много каналов. А магазин тут есть вообще? Есть, и их тут больше, чем мостов. Вот, если магазинов много, мне нужна золотая карта. Да просто... что да? ты говоришь? У меня свои планы на вольный гандийский город Гамбург, знаешь ли. Да? Да, просто некоторые правила и законы, которые вот на всю Германию распространяются, в этом городе, ну, как бы не соблюдаются. Правда? Да, поэтому денежка нужна. Очень нужна денежка. Егор, но у нас есть тоже свои правила в программе, поэтому давай их все-таки соблюдать. А может, мы не будем их распространять на Гамбург? Нет, будем. Давай монетку и вперед. Ладно, ладно. Ладно, орел. Решка. Наш Егорка досмеялся. Что в больный гандийский город? Так, Егор, давай, хватит страдать, давай все, карту, потому что магазин уже открывается, мне пора. Карту, говоришь? Карту. Ну, держи. Ну, спасибо. Пожалуйста. Иди, иди, иди. Иди, иди. Так я пошла. Так иди, иди. Иди, иди. Иди, 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 меня ждет одна очень важная встреча, к которой я готовился пол своей жизни. Гамбург. Современный немецкий город с вековой историей. Корабли, корабли. Чувствую себя отважным капитаном. Но будьте готовы к фривольничеству и раскрепощенности. Пиу, что-то там вставляют и резко вытаскивают. К сказке. 40-50 тысяч машин. Посмотри на эту парковку. И неожиданным экспериментом. Все аж мокрое. Ваше тело охватит импульсы города. Так наклеил? Yes! А рассудок затуманит жажда покупок. Как хочется, чтобы денег было больше, блин. Ты красивый. Хоп. Большой, немецкий, портовый и шокирующий. Ну, здравствуй, Гамбург. Ишь ты ж.